6 июля 2015 года. Вот детский православный лагерь «Стан». У нас, как обычно, утром до завтрака мы трудимся. Вот ребятишки пилят, с удовольствием пилят, даже улыбаются. Вот у нас Дмитрий приехал, руки тоже разминают с утра пораньше. Так, все, ну что такое, Кирилл, что у вас так слабо все? Ну-ка покажи, Вика, как работать надо. Андрей. Значит, трудится начальник лагеря. Так. Так, ну что, не стоим? Давай вперед, покажите пример, как надо пилить. Так, вот у нас Тимофей замороженный стоит. Замерз, называется. Так, девчата, пилим. Только руки не подставляйте под пилу. Аккуратно. Мои руки еще лучше захватывают. Ксюша, ну разогрей ты, потри их. Замерзли. Мы без завтрака останемся, если мы будем... Дай! Не надо! Тут совсем немного осталось. Вот, Никита трудится, шкурит бревнышки свежие. Ну, ребята, наверное, не по силам взяли бревешко себе. Нормально, да? Я скажи. С Божьей помощью распилим, да? Я думала, смотрите, капешки встретятся. О, там солнышко выглянуло. На выдумку хитро называется. Кто пилит и кто держит. Хорошо показывает. Ну, да. Василиса, платочек приподними, тебе легче будет. Во. Вы так друг друга ударите, Леонида. Вам надо вставать на разные места, иначе вы друг друга ударять будете. Да. А у вас здесь не вместится сейчас уже. Вам неудобно держать будет. Вы лучше сюда перейдите, вам-то тут все равно не входит. Что тут, что там. Сюда перейдите. Не-не-не, я не про это. Там пилите, где пилите. Я имею в виду, вам сюда перейти надо. Да. О. И здесь пилите. Ну, клади ровно, чтобы было. Видишь, они короткие, плохо. Все, вот так и пилите. Так, вот, вот. Ушли за следующим бревнышком. Сейчас посмотрим, как наши ребятишки уже более-менее такие. Что они будут таскать. Ваня, ну что ты ходишь, руки в карман? Бери бревешки быстрее. Какое? Где? Ну какое? Вон куча целая лежит. Ты что? Спишь, ходишь на месте. Да это маленькая для них, маленькая. Кого-то. Пускай тащит. Давай, Паша. Помоги, Ливия, Паше, помоги Паше. А то ему не поднять. Это вообще капец. Аккуратнее только. Вот такие, как муравьи, пилят. Я руки растираю. Так, разговорчики. Агния, разговоры прекратили. Молча пили. Вот Леонида пилит. Молодец, как. Вы посмотрите, как пилит Леонида-то. Ну, а вы умирающие лебеди. Ваня, давай, Ваня. Ну где твоя богатырская сила-то? Ну, помоги, брат, пожалуйста, им, а то ешь, тяжело. Ваня сразу отпустился, все, ты... Во.
у нас Тимофей опять стоит замороженный. Что он замерз, непонятно. Явно, что без работы просто стоит. Должно быть жарко утром. Так, быстрее, быстрее начинаем пилить. Что стоите? Вы сами замерзнете сейчас. Быстро, активно. Схватилась за пилу. Ксюша, бегом. Все. Все, во, в атаке пилит. Согрейте сразу. А то сами себя заморозили. А вот этим ребятам, я смотрю, жарко уже, да? Очень жарко. Мозольщики работали. Молодцы. Так и надо работать. Андрей, не ходи это, так просто, ищи, где работу себе. Близко, только где Никите не подходи. Ну, слава Богу, за все. Сейчас заглянем, мы еще на кухню, наверное, зайдем. Все, у нас там сестры занимаются на кухне. Вот Ливия тут успевает разглядывать свои сапожки. Я силки убираю. Вот наши сестры тут трудятся. Немножко вас засниму. Слава Богу за все.